нации сказать. И Антон Крачковский сразу после победы над Ростовом. Поздравляем. Что скажешь по матчу? Спасибо большое. Ну, матч выдался непростым. Сыграли мы очень хорошо, как и планировали. Все нам сказали на установке, как надо играть. Сыграли в свою игру, победили, это главное. Ростов не мог сделать даже 2-3 паса на чужой половине поля. За счет чего удалось их лишить всех козырей? За счет правильных взаимодействий. Прессинг, опять же, то, что мы делали на тренировке. Перестраивались правильно, за счет этого мы и победили в основном. Играли без Влада Яковлева, который лидировал в списке бомбардиров, да, но больше не лидирует. Что скажешь об игре Вострикова и вообще всей команды, кроме того, что уже сказал? Вострик, команда молодцы. Выиграли, самое главное. Без Яка, конечно, тяжело, но Вострик, сами знаете, каждую игру почти забивает. Он наш капитан, лидер. И все. Мы у Вострикова не можем после каждого матча брать интервью, поэтому спросим у тебя, что за жесты у него были. Сердечко, причем не одно, а два. У него две девушки? Нет, у него не две девушки. Одну он посвятил Яку, наверное, а вторую своей любимой девушке. Возвращаясь к матчу, ты сегодня забил хороший гол. Расскажи про этот эпизод. Поджали, прессинг хороший был. Андрей там поборолся, отдал мне передачу. Я перед воротами оказался, в угол покатил и все. Осталось только забить было. И теперь твой пас пяткой, потому что такие пасы, если честно, ну не часто доводится увидеть. Серьезно. Ну, хорошая комбинация была, конь мне отдал. И я считаю, что повезло. Просто фарт был. То, что эта передача дошла на самом деле. Но конь правильно открылся, забежал, и ему оставалось только попасть и все.